Александр Васильев – человек неуловимый, с абсолютно сумасшедшим графиком поездок. Между Самарой и Ташкентом у него ровно один день. И его Александр Васильев провел на новгородской земле. Слушателей своей школы известный искусствовед привез на фабрику ручной вышивки «Крестицкая строчка», что уже само по себе сенсация. Все-таки большую часть лекций историк моды читает за рубежом. Мы никогда не ожидали, что это настолько роскошно и что это так воплощено. Что-то потрясающее. У нас нет слов, продолжение пойдет. Встречи со знаменитостью швеи и вышивальщицы ждали с нетерпением. Еще бы, ведь голос этого человека был главной отрадой во время упадка фабрики. Единственная отдушина тогда – это работающий в холодном цеху телевизор и передача с участием Александра Васильева. Переживаем, ждем встречи, потому что заочно-то мы все с ним знакомы. Конечно, хочется, чтобы модели все наши пошли по миру. Блузки, платья, юбки. У нас очень красивый ассортимент. О крестицкой строчке Александр Васильев узнал от владельца фабрики Антона Георгиева, когда история ее возрождения только начиналась. Так что насколько интересна и уникальна технология создания белого чуда, он, конечно же, представлял. Но масштабы производства его потрясли совершенно. Насколько прекрасно само восстановление, как прошла реставрация здания, лестницы, стен, всех бытовых и технических помещений. Это же просто гимн частной антрепризе. А только частники могут сделать. Государство никогда не могло бы сделать ничего подобного. И мы в этом смысле должны поставить памятник Антону как энтузиасту, как просветителю, как реаниматору этого производства. 46 слушателей школы Александра Васильева. Такого числа гостей крестицкая строчка еще не принимала. Очень красиво и больше, конечно, ценно, как традиция. То, что носили наши бабушки, наши мамы, теперь будем носить и мы. Потоки изумленных гостей устремились к вышивальщицам, завороженно наблюдая за магией, которая происходит с белым полотном. А потом с открытым ртом слушали рассказ Светланы Кузнецовой об истории строчевой вышивки. Люди хотели жить красиво. И они работали, выполняя такую вот красоту, и они окружали себя этой красотой, считая, в общем-то, чем-то делом обыденным. Дома выстроченные полотенца, выстроченные скатерти, выстроченные столешки, выстроченные платья и блузки. Наблюдение, которое сделал Александр Васильев во время экскурсии, касалось внимания к его персоне. О фотографиях с ним гости и работники фабрики вспомнили далеко не сразу. Куда больше, в отведенные полтора часа слушателей модной школы интересовал промысел. И это, как отметил историк моды, безусловно, показатель. Из Крестец, Анастасия Тем, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород.